В Самарской области увеличили размер единовременной выплаты для заключивших с 1 августа контракт о прохождении военной службы. Теперь с учетом региональной поддержки эта сумма будет составлять 1 205 тысяч рублей. Подробную информацию о поступлении на службу можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Помощь друзьям, родным, знакомым, честь, также поскорее закончить уже эту войну, беспредел. Ну и также льготы детям, обучение, все бесплатно государство дает нашим детям.